Привет, друзья! Забежала, заскочила я в Костко. Посмотреть, может быть, постель здесь есть. Вот гортензии привезли. Ой, как же дешево. Вау, это ж кустовые по 18. А, нет. То другие. Интересно, сколько это? Это у меня такая есть. Ну, не вижу цены. Такие красивые. А вот туи, а ну-ка, сколько туи, какую цену? 28, как дешево вообще. В другом магазине по 60 долларов туи. А это, наверное, они по 18,99, эти гортензии. Вот там пишется цена. Ну, я не знаю, покупать, не покупать, они у меня есть. То, наверное, я не буду. А зачем? И вот хочу купить вот такую бритву. У моего сына скоро день рождения, 18 лет, 23 сентября. И она сейчас по скидке 20 долларов. Смотрите, она стоит 89, а сегодня 69. Вот так. Только не говорите ему никто, что мама купила подарок уже. Пускай будет секрет. Секрет на весь свет. Вот так. То я уже ее вот возьму. Потому что если сейчас нельзя, то эта неделя пройдет, и 20 долларов я потеряю. Не будет скидки. Кто-то у меня спрашивал, сколько стоит миксер на YouTube-канале. Одна женщина писала. Смотрите, вот такой. KitchenAid миксер. Вот цена 379 долларов. Чаша эта большая. Вот так. Чаша на 5,7 литра. Вот так. Такой у меня, только другой цвет. Я тоже здесь покупала, в этом магазине. Магазин любимый Костка. Вот уже привезли куртки. В прошлом году они были такие. Там и 30 долларов они. А потом по скидке были по 10 долларов. Ну, конечно же, я купила за 10. Вот какие юбочки есть тепленькие, смотрите. Сверху как бы курточка, а внутри вот какое. Но если бы они чуть-чуть подлиннее, хотя бы до колена, то ты сядешь в машине, она как раз подъехала и все, поднялась, подтянулась. А так бы до колена было бы хорошо. Детская одежда, 8 долларов по скидке, 2 доллара скидки. Вот детские леггинсы на девочек, такие, 8 долларов. Вот смотрите, сколько книжек здесь. Уже смотрит. Уже начали вот так, если скидка, вот так, ставлю на такую тележку. Опс. It's okay. Вот. И вешают цену сюда. Потому что вот здесь на этих столах или лавках видно уже нету места. И они так делают. Это было 13, а сейчас 9. Вот такие это уже. Вот и лето прошло, словно и не бывало. И их уже нужно распродать. Но за 9 долларов это дорого. Футболочка и шортики. Потом они будут по 5. Вот тогда можно и взять. Так, а вот еще футболки женские. По 4 доллара были, по 10, сейчас по 4. Вот такие. Покупаю постоянно здесь я пижамы по скидке, классные всегда такие. По 7 долларов самое дешевле. Те, что были по 20, по 24, то по 7 долларов. Ну, пока еще нету, только по 13. Там я видела, выставили. А вот смотрите, сколько спиртных напоев есть в магазинах.
Вот. Но чтобы его купить, нужно на кассе показывать свое удостоверение личности. Малолеткам не продадут. Нужно, чтобы у тебя было там 18 или сколько лет? 18 лет, наверное. Тогда тебе. Или, может быть, 20. Ну, не помню, не знаю точно. Или 18, или 21 год, чтобы купить. Вот носки Adidas мужские. 6 пар, $13. Это дорого. Я покупаю всегда носки по 2, по 3, по 5 рублей. Если я смотрю, если я пришла и есть скидка по 2, по 3 или по 5, то я не беру одну пару, я беру несколько. Итак, очень выгодно. Так, мое кофе, что там оно кофе? О, это же нужно взять, а то постоянно... Вот оно кофе, иногда не возьму, вот смотрите. Это же мое кофе. Оно $18, а эту неделю на его скидка $5. Иногда думаю, да, у меня еще дома есть. А эта скидка делается не часто. Даже, может, реже, чем раз в один месяц. То нужно покупать, когда есть скидка. Вот, $5. И она сегодня 13. Возьму, пускай стоит. О, а это что-то такое. Какая вкусняшка. Это вот заливать... Как бы горячий шоколад будет такой. Вот смотрите, какая вкуснятинка. Заливать горячим молоком, наверное, и будет. Ну, я думаю, на диету это не подойдет мою. $18 они. Ну, дорого, не буду брать. Вот такие теплые, как бы, оно идет как бы спать в нему, но в нему спать жарко. Я ему по дому хожу зимой, очень классное, такое теплое. Оно сейчас, смотрите, $15, в прошлом году они тоже так были, $15, но уже под конец зимы, уже когда начиналась весна, они были по 2,50, представляете? Вот тогда я их и набрала, и себе, и сестрам, и подругам всем. Ой, классные носочки такие в кроватке. В кроватке в это только в них лежать красивые. Потому что к курам я не пойду в таких носках. Так, вот шторы. Вот уже капелюшки продаются по $5. Уже скидка, потому что это они мужские. О, мужские и женские. Вот эти еще, эти по $7. Детские какие-то полотенца, постель. Некрасивая та. Вот смотрите, уже по скидке идут вот такая, такой наборчик. Прихватки и рукавичка. Одна рукавичка или две рукавички и две прихватки, наверное. $7. Ну, у меня есть, я не буду покупать. А это подушки такие. Подушки $20. Это не по скидке, они так и стоят. Вот уже привезли постель. На Рождество, смотрите, какая красивая, $24. Это на full size. И вот такая, это как бы на осень, наверное. Это байка, да, теплая такая. Зашла сюда посмотреть на полотенца пляжные такие. Думала, может быть, на сейле будут, но это, наверное, уже и скидка, но ничего не пишет, но, наверное, $8, а эти два по 14 так и есть. Нужно будет смотреть, потому что их скоро тоже поставят, и
хорошо, когда есть полотенца. Они большие такие, хорошие. 88 на 177 сантиметров. Вот какие красивые ковры. Очень люблю этот стиль такой. $200. Классные, да? Но все красные. Черный один есть. А эти, они красивые, но я на работе, у меня очень его невозможно попылесосить. Очень тяжело. Красиво смотрится. Ну, конечно, они же не пылесосят, а убирают им дом. И они даже не знают, как его пылесосить. Вот так. Как люди покупают, видите, гортензии берут, потому что это очень дешево. Вот такой мусорный бак, $69. Чик. Вот печеньки. $13. Вкуснятище. И вот такие. Эти тоже конфеты очень часто идут по скидке. По 5, по 3,50. Сейчас, смотрите, $13. Затем, когда остается там несколько месяцев, срок годности, то они их ставят на скидку. Или везут на бесплатку. Бывало такое, что даже на бесплатке такие конфеты давали. И вот это я все хожу, хожу здесь возле конфет, возле... Вот конфеты, а вот кто-то грибы оставил, передумал взять. Ну, и я же, это же на диете, я же не кушаю, и мне никаких проблем. Я, конечно, на еду не бросаюсь, на сладкое тоже, в магазине. Все нормально, как и не замечаю этого, как бы. Все хорошо. Главное худеть. Вот цель, моя цель. Как я его люблю, этот Костка, ну прям. А еще если скидки есть, то это вообще супер. Ну сегодня что-то ничего не купи, а кофе только и бритву. Вот мусор, пакеты для мусора, $17, 200 пакетов, но я помню, год назад они были по 13, 12,99, посмотрите, насколько подорожали, ну, это много, конечно. Вот такие сумки. Это чтобы магазин уже носить, в тележку ставить вот в эту. Я себе покупала такую синюю. Думаете, что хотя бы один раз я ее взяла? Конечно, нет. Забываю всегда дома. Постоянно. Вот освежитель. $2 скидка. Здесь когда-то были такие наборы ложек, силиконовые такие, чтобы готовить на кухне. Они мне очень понравились, и уже их нету. И уже не привозят. Тогда надо было брать. А сейчас... Вот бумага для выпечки, $10. Такую за две вот таких упаковки очень выгодно брать. Здесь так ее много, 19 метров или что-то так, или это ширина может быть, или длина. Ну, очень выгодно, ее там очень много, она долгое время ее достает. Вот такая это пищевая пленка, тоже очень выгодно, тоже здесь покупаю. А это фольга, вот $5 скидки.
Тоже две упаковки. Нет, это одна упаковка. Ого! Я еще фольгу... О, кто-то открыл, смотрите. Я еще не видела. У меня было такие маленькие, что по две, а это уже такую делать. Классно. Классно. Надо будет взять, но пока у меня есть. Вот такая у меня. Вот женские кроссовки Adidas. $6 скидка сегодня. Так, 29, сегодня 24. Вот $20 скидки на бритве и $5 скидки на кофе. $87 за все. И еще такса 4,20, смотрите. Это на бритве, потому что на еду таксы у нас нету. Вот такую бритовку купили, уже приехали домой. Он такую хотел. Но я ее пока что спрячу. Вот так. И кофе мое.